Восьмой день, ребята, наступил. И сегодня у нас тема прокачка груди. А так как я желе, я очень стесняюсь своих сисек. Поэтому сегодня Андрей подскажет мне, как изменить мою ситуацию. Привет, мастер. Привет. Ну что сегодня ждет нас? Будем качать титки. Я очень стесняюсь своей груди, поэтому ты должен обязательно подсказать, как правильно начать прокачку. Ну, сейчас покажем. Покажи, что у тебя там с титьками-то. Андрей, ну реально проблемы. Ну, просто пиздец. Я даже стесняюсь реально в клубе раздеться, блядь. Просто... Вообще, блядь. Это что за персик? Миш снимает и немедленно. Сейчас все сделаем нормально. Ну что, шутки в сторону. Начало первого упражнения. Начнем с классического отжимания. Постановка рук у нас чуть шире плеч. Руки перпендикулярно полу. Встаешь в упор. Локти у тебя уходят не в сторону, а немного под углом. Почти до касания грудью пола. 4 подхода по 15 раз. И мои сиськи преобразуются? Да, я забыл сказать, упражнение будет в суперсете с прессом. Что это? Делаешь отжимания 15 раз, переворачиваешься и начинаешь скручивание. 20 раз. После этого мы минуту отдыхаем. Ну что, покажем слабакам, как надо работать. Это неправильно. Когда ты не можешь спать ночью. Это неправильно. Когда не дают то, что хочешь. Что сейчас? И скручивание. Руки за голову. Кепка надавила голову. Все надоело мне для отдыха. Не надо повода. Съебал бы в курше вверх, где телки. Стоп. Ну сиськи начинают прибавлять, реально. Наливаться кровушкой. Наливаться молочком. Лежал бы лежа на диване, я по кабельному полу, газоль, баскет, Испания. Хочу туда, хочу туда, где солнце палит города. Первое упражнение. Съебалось. Приступим к второму суперсету. Это у нас тоже отжимание, но только уже широкой постановкой рук. Ставишь руки немного вперед. И шире плечи. Налепит точек, и каждый день в кармане всегда с собой кусочек. Лучше огромный жирный кусочек. И это правильно. Чтоб можно было налепить точек. И это правильно. В суперсете с прессом. Когда голова болит очень. Это неправильно. Когда ты не можешь спать ночью. Это неправильно. Когда не дают то, что хочешь. А может правильно. Отжимания делаем 12 раз, пресс на 15. Итак, 3 подхода. Второе упражнение. И это правильно. Чтоб чайнички был кипяточек. И это правильно. Болит очень. Это неправильно. Когда ты не можешь спать ночью. Это неправильно. Когда не дают. Подъем, последний еще. Подход, ребята. Подъем. Второго упражнения. На кусочек. И это правильно. Чтоб можно было налепить точек. И это правильно. Чтоб чайнички был кипяточек. И это правильно. Иначе мне будет не очень. Когда голова болит очень. Это неправильно. Когда ты не можешь спать ночью. Это неправильно. Когда не дают то, что хочешь. А может... Да, сука. Второе упражнение. Сделано. Ну что, плавно переходим к третьему суперсету. Также отжимания, только уже с узкой постановкой. Ставишь руки примерно на уровне низа груди. И локти уходят у тебя вдоль туловища. В суперсете с прессом. Пресс у нас велосипед. Сделаем 3 подхода, грудь по 10 раз и пресс по 15 касаний. Третье упражнение. Черепашки-ниндзя начинают действовать. Охота, яхты, клубы днем и ночью. Жопой крутит папеньки на дочек. Каждый отдыхает так, как он хочет. По мне пиздатый вид окна на мой райончик. А мне бы за город, по загород. Ребята подыхают сейчас. То ведь так летят года, то вечно некогда. То опять погода не та, давно пора. Сука ж, сводится нахуй. Сейчас, а то тогда, когда ведь все никак. И время все не подтвердать. Блять.
Все? Третье упражнение закончено. Ребята, что могу сказать? Хуёво мне. Очень хуёво. Но мы продолжаем, потому что вместе мы сила. Ваши лайки меня просто рвут. Ну что ж, друзья, переходим к четвертому упражнению. Не зря вот это зеленое колесо мелькало на заднем плане всю тренировку. Это новое для нас упражнение. Миша будет его делать первый раз. Важно его выполнять правильно, чтобы не навредить позвоночнику. Ставим колесо. Стойка в коленях. Ноги можно скрестить, чтобы они не отпускались вниз. Раскатываем его на прямые руки. При этом поясницу держим. Не проваливаем ее вниз. Собираемся. Здесь у нас работают мышцы пресса, мышцы спины, мышцы плечевого сустава, грудную мышцу мы растягиваем. В общем, такое комплексное упражнение очень полезное, но важно делать его правильно. Сделаем 3 подхода по 10 раз. Ну что, Миш, ты готов попробовать новое для себя упражнение? Так, скрещиваю ноги. Да, они у тебя на весу. Так. Поясницу держим всегда, поясницу вниз не проваливаешь. Выкатываешь на ровно. О, блядь! Нихуя себе! Так это же нереально сделать. Это реально. Я ж падаю. О, да нереально вообще. Ребята, это вообще сложно оказывается. Вообще не сделать. Ни одного раза. Причем я не прикалываюсь. Тогда не до конца раскатывай. Хотя бы на какой-то уровень. Когда обратно возвращаешься, скручивай живот. Как бы горбишь спину. А, да пусть я падаю сразу. А, бля. Тяжеловато. Ребят, что-то это упражнение не пошло, поэтому я думаю, я буду немножечко тренить с ним. И через дней 10 мы покажем его заново уже на другом уровне. Ну тогда, Миша, заменим колесо на планку. У нас же планка пресс. Но мы будем не просто стоять планку в статике. Мы еще будем добавлять динамическое упражнение. То есть мы будем из планки выходить в упор. И обратно возвращаться в планку. Но не ментал продажным, грабят лишь бы жадно. А кому-то даже похуй то, что вяжет. Ну что, последнее на сегодня упражнение. Планочка с выходом. Как говорится. Нечего сказать. Раз, два, три. Начали. А кому-то классно целый день валяться пальцем по кнопкам пульта клац. У каждого есть свои дела заботы. А, блядь. Это нереально. Минута осталась. Давай, 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 Мишань, время идет. Стоп. Ну что, ребята, на сегодня 8-й день закончен. Пока-пока. Андрей, не поможешь мне лифчик застегнуть? Ой, ты что, снимаешь, блядь? Не вреднее алкоголя, баклахи пива злого. Не вреднее доширака корма сухого.